Доброе утро! Витаем на белорусской земле. Да, Алексей Витальевич, Славянский базар видит. Да, как много в этом звуке для вас? Ну, во-первых, хорошо, что это происходит каждый год, потому что это сближает наши народы. Это очень здорово. Я с огромным удовольствием всегда принимаю участие. А песни у нас похожи? Ну, у нас не только песни, мы даже и внешне похожи. Вы не замечали? И говорим, ну, мы одной крови вообще-то, да. Мы можем на одном языке говорить даже. То есть у нас много общего. 35 стран сегодня у нас здесь объединились. Потрясающе, здорово. Это я вопреки, просто, наверняка. Я просто счастлив и горд, что я сегодня принимаю такое участие в этой замечательной... об этом замечательном концерте. Но у вас очень ответственная миссия. Я знаю. Же еще и голос Славянского базара, да, 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 да. И голос как артиста. Ну да, в общем, да. Ответственность большая, поэтому хочется собраться и провести на высоком уровне. Первым делом, что вы сделаете в Витебске? Репетиции, либо же покушать драники? Ну, сейчас, я не знаю, сейчас мне все скажут, как будет происходить все. Но я думаю, что будет день загружен полностью. Наследника с собой привезли, мы тут болели в двух звездах за вас. Нет, нет, наследника не привезли в этот раз. Ну, я думаю, как-нибудь мы приедем с ним обязательно. Спасибо, хорошего дня вам. Спасибо вам огромное. Спасибо.